у етері на радіо «Свобода», цирк за дротом. Вокол земного шару веє ветер, вибори в вибори во всім світі. У нас спречка вельми моцная, хто керовать буде? Кричить один, кричить другий, а что скажуть люди? Хто Америці служить, а хто шпион московский? Хто грузинское п'є вино, а хто заморское? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, якая разгорается полемика, дискутують усе рабочие и академики. Саакашвили, Иванишвили, Шпили-Вили, такие джигиты шуму кольки нарабили. А у нас еще спокойненько, и у Жабинке, и у Хойниках, и у Минске, и в Узде, стабильность везде. Процент у процент ідуть усі ще кандидати на вострі теми, завсьодні спречки, дебати. А теми присутності військов у гарячих кропках зміняються рейтинги, вельми чаропка. Лесбіянки, геї, однополі є шлюби, законність абортів і нафтові труби. Так виглядає передвиборна гістерика, таким чином обирає керівництво Америка. У нас уже голоснули досрочно, кто не хотел, тому по почкам. И у Минске, и в Узде парадок везде. Всем по чарочке и шкварочке, это лучшие подарочки. Цирк устроили возле магазина. Не хотел показать, что в стране есть политические заключенные. Прекратите! Прекратите ерундой заниматься. Считаете, что нету? Нету, конечно.